Дорогие друзья, всем огромный привет, и я рада видеть вас на моем канале. И сегодня мы будем с вами вместе убирать вот эту красавицу и все новогодние украшения, которые вы могли видеть вот в этом видео. Если вы его не видели, то обязательно посмотрите. А сейчас мы приступаем к разбору всех зимних новогодних декораций. Итак, все новогодние бусы я собираю в заводские упаковки, и, как правило, у меня никогда они не помещаются в них. И вот эту вот оставшуюся часть вместе с упаковкой я кладу в пакет, завязываю и убираю. Если у вас есть какой-то лучший способ хранения, дайте мне об этом знать в комментарии, потому что очень интересно, как можно это хранить более эстетично.
Так, вот что у меня получилось отсортировать. Я убрала в новый контейнер нут, убрала тростниковый сахар, убрала мюсли, рис и гречку. И изначально пшено и перловка у меня уже были в контейнерах. Что у меня осталось не отсортированное? У меня есть зеленая гречка, но она как-то нам не очень зашла, поэтому как мы используем баночку, она исчезнет из нашего шкафчика. Ее здесь не будет. Неотсортированными остались пекан. Я думаю, для них я куплю такую же баночку и просто буду докупать. Потому что орехи нужно есть, это полезно, вкусно, питательно. Вот. Также макароны. По поводу макарон, думаю поставить их на верхнюю полку, но так как макароны объемные и их нужно как-то уместить в контейнер, я думаю взять такой вот один, в Икее продается, такой вот длинный контейнер и уместить как раз таки две пачки можно сюда. Но я вот не знаю, влезет ли это сюда. Сейчас попробую померить, как это будет смотреться. Так, не влезает. В общем, сейчас хочу переорганизовать полностью вот этот вот угол. Как-то все сделать более органично и лаконично, красиво, потому что черт ногу сломит, что там стоит, и алкоголь, и запасы какие-то, и книги для рецептов, и таблетки, и рюмки, короче, куча всего. И здесь как раз-таки тоже с вами вместе переорганизуем сейчас все.
Так, что у нас получилось? Здесь я положила все запасы, какао, сгущенка, там, изюм, всякую мелочь, которая нужна нечасто, и я ее убрала как можно дальше. Сюда же положила ручной блендер, здесь чаши, здесь припасы хранятся. Также в следующий раз я куплю такой же контейнер из Икеи, пересыплю соль, пересыплю макароны, орехи и киноа. Хотя нет, киноа оставлю так, возьму, наверное, просто маленький контейнер. Здесь у нас остались приправы для каш, для кофе, для десертов. Тут у меня крупа пшеничная, здесь листы для лазаньи, здесь... Ой, как это называется? Это рисовая вермишель. И там молотый кофе и зерновой кофе. Убрала далеко, потому что пока мне совсем не хочется пить кофе, а Паша у меня не пьет его. И на первой полке, по удобству, у меня получилось. Сзади у меня нут, что чем не часто пользуюсь, нут, перловка, гречка, рис, пшено. Зеленая гречка, потому что ее нужно доесть, поэтому положила на самое видное место, чтобы ели почаще. Докупить нужную гранолу и пняковый сахар. Здесь Пашино какао. Не знаю, стоит ли пересыпать или оставить в этой, надо подумать. Здесь арахис, изюм, там урбеч сзади стоит. И здесь, соответственно, три баночки с чаем. Как-то вот так это сейчас у меня выглядит. Я вот думаю, может, вы мне подскажете, куда убрать хлеб. Я вот, честно говоря, понятия не имею. Бывают разные объемы, сейчас тут остатки хлеба. И обычно они лежали вот здесь. Хлебницу не хочется ставить на столешницу. Что делать, честно говоря, не знаю. Придумать как-нибудь засунуть хлебницу сюда. В общем, у меня дилемма, куда деть хлеб. Ну, пока я его, конечно, положу вот сюда, пусть это не очень эстетично, но тем не менее. Как-то вот так вот у меня получилось. Дайте знать, если вам понравилось, как я переорганизовала две полочки, хотя не до конца, поэтому я думаю, что в следующем видео будет продолжение о переорганизации, когда я уже докуплю все контейнеры, уже все конкретненько уберу и покажу вам. Итак, что мы имеем за кадром? Что у нас получилось? Эти макарошки пойдут сегодня на ужин. Здесь я сейчас все приберу. По итогу у меня раз, два, две пустые баночки. Одна баночка, которая очень много места занимала на верхнем ящике, и банка из-под печенья, которая по непонятным причинам стояла очень долго. В шкафу я даже в нее не залазила. И целый пакет мусора. Мусора прям получилось очень много. Вот, разобрала этот шкаф. На самом деле больше у нас, наверное, мест для хранения продуктов нет, кроме как вот этого ящика. Но здесь тоже нужно как-то все организовать более-менее. Но я думаю, если вам интересно, вы пишите мне в комментариях, и, возможно, я сниму полную организацию хранения моей кухни и расскажу вам. А на сегодня я буду с вами прощаться. Я очень рада, что вы досмотрели это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И не забывайте ставить колокольчик, он должен стать серым, чтобы вы не пропускали мои новые видео. А я вас целую и обнимаю. И мы с вами ненадолго прощаемся. Пока-пока. До скорых встреч.